Ребята, всем привет, и давайте в данном видео снова поговорим о проекте S-Game Pro, и в общем-то хочу разобрать детали данного, в общем-то, ICO. Начну с того, что это проект для мобильных игр, то есть это первый проект, на котором вы можете, в общем-то, играть и параллельно с этим майнить криптовалюту, то есть зарабатывать деньги, что, конечно же, очень и очень приятно. Теперь скажу еще такую еще важную вещь про токен данного проекта. Так вот, токен можно будет купить уже в конце июля 2018 года, но пока есть возможность записаться в whitelist, что, конечно же, тоже очень важно. Но также есть детали данного проекта, то есть символ SGM, тип ERC20, то есть можно хранить на платформе эфириума. Вот, также скоро будет известна цена, которая, соответственно, будет на ICO. Также принимаемая валюта — это эфир, ну и также необходимо здесь будет KYC. Распределение токенов вы тоже видите, то есть, конечно же, будет всего 350 миллионов, основная масса идет на продажу, то есть 140 примерно миллионов на приватный токен сейл, на главный токен сейл 55 миллионов, да, на резерв 83 миллиона, на иссуеров 51 вернее миллион, да, 15 миллионов на адвайзеров будет уходить и 6,5 миллионов на баунти, также на аирдропы. Ну и также есть, конечно же, white paper для всех деталей, но к white paper мы еще вернемся, когда будем разбирать данный проект более детально. Так вот, в общем-то, в чем же суть данного проекта. То есть в данном проекте соединены много фишек, то есть здесь будут игры, мы видим сами, как будут выглядеть, кстати говоря, меню игр. Также будет вызов, то есть, собственно, можно будет кидать вызовы любым людям и играть с ними. Также будет режим лайва, где в лайве как раз таки сможете играть. Еще одна важная штука, одна из самых важных, это заработок, то есть можете зарабатывать, играя на данной площадке. Также будет marketplace, то есть заработанные токены вы можете потратить на приобретение тех или иных товаров, допустим, на Xbox как вариант, да, и будет реферальная система, с помощью которой вы также, конечно же, сможете зарабатывать. Такая вот выгодная здесь система. Также здесь видна транзакционная модель, также здесь есть еще и Proof of Play и Liquidity Reserve, в общем-то, на схеме вы все сами видите, то есть, в общем-то, экономику токенов разбирать, я думаю, что не стоит, тут, в принципе, все ясно, легко и понятно. Я также еще добавлю, что, в общем-то, они планируют, чтобы было более 35 миллионов активных пользователей, активных игроков, даже если быть более точным, ну и, в общем-то, это вполне реальные достижимые цели. Также очевидно, что здесь есть плюсы для игроков, также для тех, кто публикует свои игры, есть плюсы. Вот, также есть плюсы для крупных владельцев, ну, естественно, для мерчанта тоже есть свои преимущества. То есть, в общем-то, такие вот 4 составляющие, и, как видно, здесь все в выгоде. То есть, это стратегия, так называемая win-win, когда выигрывают обе стороны, здесь, по сути, даже 4 стороны выигрывают. Так что стратегия получается win-win, win-win, так если можно выразиться. Также здесь, конечно, есть ссылка на Telegram White Paper, ну, про White Paper опять-таки поговорим чуть позже. Ну, теперь дорожную карту можно разобрать, то есть проект стартовал в ноябре 2016 года, тогда появилась идея, далее было развитие в апреле 2017 года, в октябре 2017 года была запущена альфа-версия, в январе было, в общем-то, сотрудничество с партнерами, и далее в марте был приватный токен сейл, в апреле была интеграция в блокчейн, потом в июне у нас что будет, это, в общем-то, по всему миру они будут путешествовать, рекламировать свой проект, далее в июле начинается основной этап токен сейла, далее будет версия 2.0 запущена в ноябре, далее в марте будет, в общем-то, база в миллион человек у них, далее будет маркетинг в Азии, это в мае 19-го, ну и сентябрь 19-го года, это база у них в 1,3 миллиона человек. Также, что еще хочу добавить, что их специальный гость — это PewDiePie, это видеоблогер, который снимает ролики на ютубе, и это самый популярный видеоблогер на текущий момент. Ну и также здесь видна команда данного проекта, в том числе, конечно, внизу будет, собственно, и сам PewDiePie, ну, здесь его биография, ссылка на YouTube канал, то есть, кто не знает, можете зайти, посмотреть, да, ну и, соответственно, есть информация про вообще всех людей, которые участвуют в данном проекте, то, что PewDiePie, это понятно, что, скажем так, их лицо данного проекта, но он, в общем-то, не разрабатывал саму данную экосистему. Ну что ж, проект довольно интересный, поэтому, если вы тоже считаете, что он заслуживает внимания, то заходите, ссылка будет в описании к видеоролику. Тогда всем спасибо за просмотр и всем пока.